Так. В общем, скачал. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Скачал пару модиков. На внешний вид. Так, что-то мне кажется много слишком урона. Надо подправить немножко. Так. Что-то я, кстати, не понял, со звуком вроде тише делал. Музыка громкая, жесть. О. Так, моды. Так, что же тут поменять? Скалирование врагов. Тут я не понимаю, что это такое. Модификаторы здоровья. Animals. Так, вот модификатор урона. Что-то, мне кажется, загнул слишком. Сделаем что? Пускай будет двойное. Арбалет, так как редко пользуемся, тоже пускай тройное тогда. Знаки. Двойной. Бомбы. Вот бомбы можно. И пускай тройной будет. Так, пробивание брони какое-то жесткое. Стояло один, да? Так. А это сколько вообще будет? 200%, что ли? А сколько стояло, я не помню. Может, единичка и стояла? Так, пробивание врагов. Так, и вот урон. Значит, реликтов я повысил аж 5 раз. Ну, пускай. Так, трупоеды 2. Эти послабее. Проклятые 2. Вампиры 3. Драконы 5. Дикая охота 5. Так, ну ладно, пускай так. Теперь здоровье. Давай, допустим, здоровье игрока. Так, на двоечку. Это что, максимально это что?
проценты это или что? А, давай на двойку. Реликты. Пятерка. Некра. Двойка. Проклятый тоже двойка, пускай. Животное. И пускай тоже двойка. Инсектоиды. Вампиры. Вот им надо побольше. Пускай тройка. Призраки. Пока на двойку поставлю. Дракониды. Пятера. Гриффинс, это что, ну грифоны что ли? Пускай тройка, гибриды, двойка, огры. Двойка. Огры это получается тролли, что ли? Давай тройка. Накеры, двойка. Ну, люди пускай будут. Элементарий, пятера пускай. Дикая охота. Пятерка. Животные пускай так и будут, короче. Так, урон. Так, и еще я хотел... в алхимию залезть. Геймплей, таланты, алхимия. Так, алхимия везде. Так, анимация, таланты, комбат. Так, инвентарь. Так. Множитель арбалетов. Качество. Покупка. Пускай 10%. Продажа вот такая вот. Прочность. Разная. Цена крафта. Так, это все. Где была такая фигня? Так, аддоны, damage, enemy, exploration, визуал. Так, у меня аддоны, геймплей, controls. Так, не то. Враги, таланты.
0. Допустим, 0. Может, это? Время дистилляции. Что за дистилляция, блядь? 0. Давай, допустим, так. Токсичность. Вот в токсичности... Что-то я не понял, должна она снижаться или нет от зелий. Так, допустим, так. Так, а где здоровье? Так, давай здесь глянем токсичность. Но она не снижается. Типа как есть, так и есть. Так, в крафт надо зайти. Алхимия. Я ни хрена не могу сделать. Я думал, что будет бесплатный крафт. Ну ладно. Так, теперь проверим урон. Что там дальше по карте? Значок здесь пойдет. Пособираем барахло. Так, вон какие-то гуси ползают. Так получше. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Барахло собрали. Не, ну так получше. Хоть не с одного удара падают. Так, что там дальше? Сюда. Хотя вот тут еще какая-то херня. Только сюда тогда. Так, а трава, интересно, резается по какому-то времени? Вот, помедитировал, типа она опять резнулась или как?
Бандиты. Сука! Не давайте ему! Мешок какой-то, блядь. Так, волки. Так, дальше сюда. Но. Теперь помедленнее. Отдохни. А как слезть-то? Вперед, плотва! Маус 5. Пиздец. О. Интересно. Так, ну допустим, собрать барахло опять и типа наберется там, не знаю, чтобы что-нибудь купить. Так, это все трава. Помню, первый раз проходил, тоже все это барахло собираешь, потом продаешь и 200 крон где-нибудь получаешь. Ну там, по-моему, гнездо тоже трупоедов должно быть. Это сила. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
Ну, магия — это место силы. Раньше в обычном ведьмаке собираешь эти камни, места силы, чтобы очко талантов получить. Ну, так как я ебанул, вкачал все, то чисто... Просто, чтобы закрыть эту локацию. Кстати говоря, ну-ка. Барахло сюда. Так, что там дальше? По-моему, здесь дверь закрытая. И открывается она с той стороны. Это надо идти сюда. Ну, сейчас проверю еще. Наверняка. Да. Вот у нас с той стороны закрыто. Так, перенесемся тогда сюда и вдоль реки поехать к тому вопросику. Ой, блядь. Она же так не юзается, это же надо вот так, через вот эту херню. Ну-ка. Пошла. Но. Вот, а ну-ка давай, блядь, в горку. Быстрей. Вперед, плотва! Геральт, это лучше забирается. Так, что у нас тут? О, бандитики. А ну-ка. Оторву тебе башку, да в шею натру! Не отпускай его! Ну давай! А чё за хуйня, ты будешь парировать? Ща! Так, цветочки. Барахло какое-то бесполезное. Картинка. А что там на картинке? Это замок. Может, мышиная башня? Хотя не похоже. Может и похоже. Не, это что-то другое. Никак вы, блядь, не научитесь! Так, еще и волки. Так, по карте. Сюда еще можно. Хер
чё там, блять, миллион угодов. Погода в самый раз. Он типа не хочет туда идти. Конец карты. Так, вопросик здесь. А чё тут, кстати? А, сокровища типа. Так, чё там? Записка шпиона. 15-й день наблюдения, 23-й день бирки. Они снова появились в лагере, принесли много добычи, в основном панцири и оружие. Но в этот раз еще и окованный сундук. Пополудни объявился мужчина с запасами еды и питья. 16-й день наблюдения, 24-й день бирки. Ранним утром в лагере появился посланец. Это вызвало большое движение. Сейчас же была организована группа для транспортировки сундука. Как только настанут сумерки, попробую проследить, куда его вывезли. 17-й день. Сундук оставили совсем недалеко отсюда, в заброшенной хате, недалеко от старой мельницы. Выставили стражу, ближе подойти не удалось. 18-й день. Все в лагере пьют со вчерашнего полудня. Уже второй день. Если бы мы сейчас на них напали, вырезали бы всех до одного. Жаль, командир послал на этот пост только меня. Попробую подойти к ним ночью. Если удача будет на моей стороне, быть может, избавлюсь от них сам. Но его волки, походу, погрызли. Этого типа. Иди, иди сюда. Странно. Че это значит, Игнис Киллпоинт гейнит? Ну-ка. О! Так а толку, я все прокачал. Так, тогда сюда. Тут у нас что? Золотой дезертир. А, тут мельница. Опять записка. Так, записка. Дела наши все лучше. Мы разбили лагерь в чаще леса возле старой мельницы и уже неплохо обустроились. Все жалуются на бедность, но если придавить... Что значит придавить? То из любого можно что-нибудь выжить. А, там мешок зерна, здесь пару крон. Неплохой заработок. И работенка не пыльная, не то что в армии. Мы теперь хоть барах брюхо набить можем. А что до риска, ну уж лучше так, чем идти в атаку на нильфов под командой Наталиса.
Это вы зря, ребята. Так, а что, барахло собралось? Да, походу. Так, дальше в какую сторону? Сюда. Ах, и гнусный же. Коней кто-то оставил без присмотра. Почему так, нахуй? Так. Не знаю, зачем я собираюсь это барахло. Пригодится мне это или нет. Но вот тут в домике, по-моему, есть сундук. Нужен. Так, и записка. Погоди, не понял. Артефакт какой-то. Это вот это прикол, блядь. То есть я сейчас не могу этим мечом махать. Мастер-кузнец, блядь. Ну и ладно. Все равно 9000 веса могу переносить, так что... Ну, вот это зрение нормальная тема, прям. Без всяких... зелий. Так, куда там дальше? А, вот в склеп. С призраком биться. Так, тут серебряный меч надо. Так, а что, кстати, по маслу? Ну-ка, давай-ка. Блять, и все, оно исчезло. Давай, пофиг, пускай будет. Магия — это место силы. Банем квен. О.
ты сразу ведьмак. Так, Ивару Злобоглазу, мастеру ведьмачьей школы змеи. Я нашел все легендарные чертежи нашего цеха, однако возникли некоторые сложности. На обратной дороге к нашему убежищу я остановился отдохнуть в деревне на Тимерском пограничье. А тут пропал какой-то сопляк, и чертовы мужики сделали из меня козла отпущения. Обвинили во всем меня. На допросе в замке местного владыки солдаты нашли один чертеж и отобрали его у меня. Но не волнуйся, я его верну. Остальное они не нашли. Я согласился на обычный тимерский закон, потребовал заменить судебный процесс поединком. Местный баронет сам на это согласился, и послезавтра я должен буду очистить его родовой склеп от призраков. Как два пальца обмотать? Может, я вернусь в наше гнездо еще прежде, чем ты получишь это письмо. Так что разводите огонь в кузне, а я вот-вот буду с чертежом, Кольгрим. Но не повезло пацану. Теперь это скрафтить все надо. Акрон 225 всего. Так, тут у нас что? Гнездо чудовищ. Что-то много рубанули. А, ну ничего, нормально восстанавливается. Так, гнездо уничтожить. Бомбы так. Ах, гнусный же ты! Анимация. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Так, тут плавать, тут у моста я не помню что. Ну давай проплывем. Ты че, блять? Медальон дрожит. Спасибо. Пошла. Погоди, плотва.
поменять на ОЭ. А еще крушину пособирать. Там должно хватать для квеста. Так, сюда. Так, сокровища есть. Вот там, по-моему, водная баба. И тут у моста какое-то барахло. Кто-то. Утопцы, наверное, там. Так, тут квест где-то по дороге, челик сидит. Ну, был, по-моему, отвар из эхидны, который, когда тратишь стамину, восстанавливает ХП. Вот, и чисто вот так прыжками прыгаешь, стамина тратится и ХП быстро восстанавливается. Топовый отвар, не знаю, как он здесь будет представлен. А, или квен прожимаешь. Топится.
улыбнулся, пропитанные кровью военные приказы. Приказ сотника всякому встречному. Податели сего письма с сопровождением доставить на север до границы, где у Оксенфурта их будет ждать реданский отряд. Как реданцы благородного рождения, эти люди находятся под опекой короля Родовида, и даже один волос не должен упасть с их головы. Все, что они везут с собой, это их собственность и должно оставаться с ними. Нарушитель приказа будет отдан под суд и немедленно казнен. Рандал Витгенберг. Так. Ну ты сукин сын. Так, сюда теперь. Ну и вот почти круг есть. Белый сад, маленькая локация. Это получается все в ночь будет. Ладно. Неплохо, в принципе, мне понравилась настройка, нормально. С одного удара не очень убивать, а вот так. Остается проверить всяких реликтов, дикую охоту.